Усталый радист разомнет сигарету, холодного кофе глоток завершит марафон. Мы много часов сотрясали планету, от жара ладони еще не остыл микрофон. Снедаем мы страстью победы желанной, элиты эфира по праву считаемся мы. Контест, вот он миг, этот миг долгожданный, как будто друг другу сказать что-то этим должны. Контест — это бой, это труд кропотливый, а веком 20-м рожден наш технический спорт. Прибой голосов над землей молчаливой сольется в единый гремящий победой аккорд. Не схожи мы вроде в привычках и нравах, и жизнями разными в странах далеких живем. Но нету в эфире ни левых, ни правых, друзья и соперники мирно встречаются в нем. В атаку идем и одни, и ватагой, и тысячный крик зазвенит, как большая струна. Наполнены мы безрассудной отвагой, воюют спортсмены, не зная покоя и сна. Контест — это бой, это труд кропотливый, а веком 20-м рожден наш технический спорт. Прибой голосов над землей молчаливой сольется в единый гремящий победой аккорд. А нам человечество скажет спасибо, что в мирных сражениях ружья и пушки не мы. Невеста земля молода и красива, и лучшим грядущее чуточку сделаем мы. Усталый радист разомнет сигарету, холодного кофе глоток завершит марафон. Мы много часов сотрясали планету, от жара ладони еще не остыл микрофон. Контест — это бой, это труд кропотливый, а веком 20-м рожден наш технический спорт. Прибой голосов над землей молчаливой сольется в единый гремящий победой аккорд. Контест — это бой, это труд кропотливый, а веком 20-м рожден наш технический спорт. Прибой голосов над землей молчаливой сольется в единый гремящий победой аккорд.
Я хочу поведать свету, что люблю сильнее всего. В доме с ночи до рассвета шум эфира одного. Это музыка морзянки, это треск далеких гроз, прохождение с позаранку и Антарктики мороз. У эфира цвет и запах, и далекой ночи звук нам приносят волны эти через север или юг. Ой, вы страны, океаны, островки и острова, наши страсти окаянны, и про нас дурна молва. Будто психи-одиночки и с родными не в ладу, а без пищи можем сутки и болтаем ерунду. Но напраслину не стану близко к сердцу принимать, мне важней мои успехи, я глупцов могу прощать. Надо в шорохе эфира мне услышать тот сигнал, что когда-то кто-то умный да иксом его назвал. Труд нелегкий и бессменный, ну, фортуна, поднеси мне дипломчик вожделенный, что зовут DXCC. Вот ведь хочется, ребята, под кокосом полежать, в экспедицию смотаться и по радио вещать. Но в далекие те страны не поеду я пока, паковал бы чемоданы, мне бы дольше отпуска. Плюс жена да дети, билеты куда без нас, отец. Либо вместе на Бермуды, либо радио конец. Вот сижу я, братцы, други, у трансивера в плену, телевизором в округе я люблю забить волну. Часа будильник, ночь прервет для нас. В 3 часа начало нашей смены. Нас влечет и манит воздух дальних стран. Мы уже готовы для беседы. А беседа наша вовсе не для всех, только мы понять ее и сможем. Телеграфный ключ нам вновь сулит успех. Мы скользим по шару голубому. Волшебная, по сути, горит шкала в ночи, и голова забита позывными. Вращается антенна и дарит нам очки, идет соревнование в эфире. Готовились мы долго к тому, чтобы пройти в Австралии на ровных 20 сверху. Мы шлем единый номер тому, кто слышит нас, окутали марсианкой всю планету. Вот поворот антенны, и мы уже в ЮАР, чтоб слать привет с Поволжья африканцу. А через Южный полюс зовет нас США, а это значит точно по лонг-пасту. Волшебная, по сути, горит шкала в ночи, и голова забита позывными. Вращается антенна и дарит нам очки, идет соревнование в эфире. У нас свои приметы и принципы свои, смешит нас то, что непонятно прочим. Для нас святым числом является 73, а в виде исключения 88. Лишь только после теста отбой споют часы, в руке зажмешь ты нервно сигарету. Контест — это серьезно, контест — это про нас, контест летит стремительно по свету. Волшебная, по сути, горит шкала в ночи, и голова забита позывными. Вращается антенна и дарит нам очки, идет соревнование в эфире. Вращается антенна и дарит нам очки, идет соревнование в эфире.